только для молодости. Так что, ну что нам бросать? Я думаю, что другие у нас хорошие цели. Дается на таком уровне. Потому что сегодня нет результата. Просто, скажем так, времени опыта. И от этого не понадобится. Я понимаю, что у нас все живут тем футболом. Нужно уже понимать, что остается новая команда. Куда-нибудь. Я думаю, футбол будет не вообще спарковаться. Концентрация. Если не хватило этого, последние секунды. Вот.